Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Вот они внизу. А сейчас узнайте, кто будет любить вас вечно. Ну, по крайней мере, всю жизнь. А может быть и больше. Мужчина, который очень сильно переживает и жалеет. На чем он жалеет? А вот оно. И вышел рыцарь жезлов. А это мужчина светленький, рыжий или белокурый, волосы светлокарие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. А мужчина ровесник или немножко младше вас. Вот он будет любить вас вечно. Он еще проявит инициативу в этой жизни в отношении вас. Вот. Надеется, что вы, возможно, в этот раз выберете его. Давайте посмотрим, что было у вас с этим мужчиной. Что было? Знакомство было где-то в дороге. Встреча. Да, это ваш старый знакомый. Но отношений не было, по всей видимости, да, вы были закрыты почему-то от него, или выбрали не его. Вот, не знаю, почему-то злились на него, не знаю почему. Вот, возможно, он мало зарабатывал, он стоял как-то ниже вас по социальной лестнице, да. Явно выбрали не его, как кого-то другого. Вот. Но он еще надеется все-таки. Вот он будет любить вас вечно.